Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Амнибус. Андрес Цорн. 1892 год. Холст масла 126 на 88. Андерс Леонард Цорн, известный шведский художник, прославившийся как виртуозный портретист. Одной из новых характеристик городской жизни XIX века являлось широкое распространение общественного транспорта. Многоместные повозки, наконные тяги, амнибусы пришли на смену индивидуальным экипажам и стали местом вынужденного нахождения вместе людей различных социальных слоев. Перед нами одна из скамей амнибуса. Художник показал самых разных людей, случайно оказавшихся рядом. Дама со шляпной коробкой на коленях. Возле нее еще одна молодая, элегантно одетая женщина, за которой дремлет мужчина в кепке, явно представляющий другой класс общества. За ним, опираясь на трость, сидит щегольски одетый мужчина в высоком цилиндре и замыкает ряд женская фигура в шляпе с перьями. Картина точно передает сосредоточенное молчание и одиночество каждого, несмотря на то, что люди сидят бок о бок. Цорну, мастерски владевшему техникой широкого мазка, удалось передать не только динамику амнибуса, но и его дребезжание во время движения по мощеной дороге. Ну, такое описание к работе Андрес Цорн, «Амнибус», 1892 год, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.